було. Я ж тому вже почав, так, тому що. Це ж було як науково. Так, демократія. Ще все ціле, бачите, не обгоріло. І вже нема снігу, тобто це вже там, середина лютого. Та ні, я вже так подивився. А я там 3 місяці, що я розбив. Ні, просто я там хочу помиститися. Я не знаю, надо спросить тех, кто это организовал. Ну, Надя будет, наверное, она будет знать. Скорее всего, нет, она курсирует по Украине, насколько я знаю. Ну, возможно, когда там она несколько раз везде проедет, будет какая-то. Не знаю. Вот это не знаю. Я знаю, что у нас есть еще картины. Мы одну выставку здесь делали 9 числа, карикатуру, может, вы видели. Вот эти картины, пока у нас находятся, нам их подарил, как бы автор их подарил, но как бы мы их несколько еще выставок сделаем, может быть, ну, здесь, может, еще в выставочном зале. Вот. А потом, возможно, будем аукцион сделать какой-то, чтобы поступавших денег взять. А вы не подскажете, а вот эта выставка карикатур, она сейчас где? Вот именно карикатура, она у нас сейчас. А ее прямо сейчас можно где-то смотреть, или она именно по числам каким-то будет? Надо у Василя спросить. Вот, Василь, музыкант наш, Папа Карло. Хорошо, вокалист. Хорошо, спасибо. Вот. Я вот это когда двигаюсь, кстати, тут красный, там куча стояли, сначала правый сектор, Гриша, потом... Не было правого сектора. Да, ну не правый сектор, а какие-то там ребята. Значит, ну, они сначала стали жмир, да, ниже стоят. Или они стали ниже, допустим. Хотя, наверное, не они, не следующие там стоять не должны. Но эти стояли мирно, а в этот день, когда вот этот министр термос там стоял, там стоят вооруженные, они видят. Да, я в этот день просто пришел туда, у меня уже там окончание пришло. Я подошел, я вышел. Так они что, они не рассказывали, что там они гранатили, когда ворвались, там патрошили, что-то стреляли, там люди стреляли. Опять, если мне это раз не так. Вообще чудесно. Я понимаю, но это понятно. Вы знаете, как это понятно? Ничего не было, ничего. Задайте вопрос. Харьков 26-е. 26 марта 2014 год, 18:04.